суеверия истоки. Не так давно пророчества ломали даже стойких. И сейчас в эту эру сенсаций многие боятся числа 13. Мистика, суеверия истоки. Не так давно пророчества ломали даже стойких. И сейчас в эту эру сенсаций многие боятся числа 13. Мчатся тучи, невидимку и луна освещает снег летучий. Холодно ночью, нет мочи, юга мне слепает очи. Верой небывалой он стал передо мной, сверкнул искрой и пропал во тьме пустой. Средь белеющих равнин бесконечные игры, безобразны, ужас, там бессразный. Значит правда, когда покоятся живые, скользят лунные лучи, пустеют тихие могилы. Явилась возлюбленная тень, как зимний день ты была бледна перед разлукой. Молчи, чай в земле, горшок дороже, в котором пища, а вам бы все боли больше. Малодушны, вы коварны, бесстыдны, злы, неблагодарны, сердца холодны, глупцы. Клеветники гнездятся клубом вас пороки. Теперь смело можешь давать уроки поэту. Духом противны вы, для вашей злобы имели вы до сей поры темницы, топоры. Довольно рабов безумных в городах ваших, с улиц шумных сметают как мусор таких. Помни, человек рожден не для корысти и битв, а для звуков сладких и молитв. Зайдешь в лабиринт, преодолеешь ловушки, ключом для дверей послужат осколки. После старика тебя ждет дорога, а вот какая, покажут зерна граната. Там-то и услышишь, да, увидишь меня, узнаешь, почему выбрали тебя той ночью. Мистика, суеверия, истоки. Не так давно пророчества ломали даже стойких. И сейчас в эту эру сенсаций многие боятся числа 13. Мистика, суеверия, истоки. Не так давно пророчества ломали даже стойких. И сейчас в эту эру сенсаций многие боятся числа 13. Я разрываюсь на части в осколки. Каждый новый день путанная иголка в фотке. Пролистывая дома, я вспоминал сюжеты, очарованные красотками. Мысли витали где-то, образы тусклые, грустно овладевали ими же. Я забыл свое имя, не говоря об имидже. Такое чувство, что некто ставит опыты просто без опыта в комнате черной от копоти. Белые маги исписали бумагу ответами в ту минуту, когда я не знал об этом. Что такое? Часы утихли вроде бы, 12-й пробил, стало быть, пока ходят. Воспоминания сплелись тончайшими нитями, с образами теми, образуя фитили. Они обязаны бомбой соединить из базы при правильном исходе чьей-то операции. Но что-то там не вышло, еще в начале пробы. Наверное, выбрали с дуру не ту кандидатуру. Ставившие опыты заговорили, а у меня то ли истерика, то ли эйфория, бля. Что произошло? Кто напутал карты? Все закончилось где-то под конец марта. Будни были серыми, лекарства от мигрени. Лежало на столе, часы показывали время. Истоки. Не так давно пророчества ломали даже стойких. И сейчас в эту эру сенсаций многие боятся числа 13. Мистика. Не так давно пророчества ломали даже.